Здравствуйте, видео подготовлено сайтом online.gdz.net, номер 911. Точка О. Центр симметрии прямоугольника А, Б, С, Д. Прямые М, П и К, Н перпендикулярны сторонам прямоугольника. И даны данные. Давайте их запишем. Итак, К, Н равняется 6 сантиметров. МП равняется 4 сантиметра. Надо найти периметр прямоугольников. Первый прямоугольник. Периметр прямоугольника А, Б, С, Д. Итак, периметр прямоугольника А, Б, С, Д. Периметр – это сумма всех сторон. То есть, так как у нас прямоугольник и противоположные стороны равны, можно найти сумму смежных сторон АБ и БС и эту сумму удвоить. А теперь давайте искать АБ и БС. У нас КН равняется 6 сантиметров. КН и МП перпендикулярны. А стороны прямоугольника тоже перпендикулярны. Значит, КН будет равняться BC и будет равняться AD. Значит, 2 умножить на AB будет равняться тогда MP 4 сантиметра. И BC будет равняться КН 6 сантиметров. 2 умножить на 10 будет 20 сантиметров. Б. Периметр прямоугольника КБМО. И тоже это 2 умножить на сумму смежных сторон. Сумму смежных сторон КБМ и БМ. А так как у нас КБ равняется половине АБ, а АБ, в свою очередь, мы только что говорили, равняется МП, то это будет 2 умножить половинка от АБ плюс БМ – это половинка от БС. А БС, в свою очередь, по предыдущему, мы говорили, равняется КН. То есть это будет 2 умножить на 1 вторая от 4-х. И плюс 1 вторая от 6. То есть это 2 умножить на 2 плюс 3. А это равно 2 плюс 3 это будет 5. 2 умножить на 5 – 10 сантиметров. И В. Надо найти периметр прямоугольника А, К, Н, Д. И опять надо найти сумму смежных сторон А, К плюс К, Н. К, Н нам дано 6 сантиметров. А, К – половинка от А, Б. То есть 2 умножить половинка от А, Б и плюс К, Н. А это равно 2 умножить 1 вторая А, Б, мы говорили, у нас равняется М, П на 4 и плюс 6. 2 умножить
1 вторая умножить на 4 это будет 2, плюс 6. 2 плюс 6, 8 умножить на 2, 16 сантиметров. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.